Всем привет, с вами Музей роботов трансформеров, и мы сегодня обозреваем трансформера из линейки «Инженерный батальон» от компании OneToy. Вот это у нас фронт-лифтер из ИСВ, инженерно-саперные войска. Или же, как в оригинале, это скрэпер Десептикон, который является конструктиконом и трансформируется в левую. Правую. Правую ногу Деостатора. Он здесь, видишь, написано «Соедини их всех, не дай им прозябать в одиночестве». Вот он у нас трансформируется в такой вот трактор. Ну, он, кстати, у них идет под номером 6. Все, вскрывает это чудо. Вскрываем чудо. Пластиковые техники. Скрываем. Вот у нас здесь наш вкладыш арт. Далее идет инструкция и орудие. Инструкция точно такая же, как и у всех остальных моделей этой серии. И вот наш трактор. Как-то ниже не опускается у него. Почему она, по-моему, вот у него выдвигается? А, все, все. Извиняюсь, не разобрался. Еще и воротится. Блин, классный трактор. Вот, и как в остальных моделях, которые были у нас на прошлом обзоре, он точно так же фактурный и монолитный. То есть давай ничего его нигде не со всех сторон посмотрим его. Здесь вот. Отличная детализация, отличный прокрас. Конечно, цветов маловато, только фиолетовый да серебряный. Но они обычно такие идут. То есть здесь старались сделать. Ну и в принципе вот обычный трактор. Ну, на этом-то стоит хорошо. Да. Ну и как в предыдущих моделях, отлично катающиеся колеса. Ну вот это, нет, оно вращается, но просто давить. Не убирай из-под видео. Все, а мне вот здесь видео. Что ж, тогда приступаем к трансформации. Можешь. А, сначала руки, понял? Руки достаем. Трансформируем, как и у предыдущих роботов, все на болт джойнтах. Далее разворачиваем ноги, вот они уже трансформируются, ступни разъединяем, и они должны, вот так, блин, классно заезжают. Нигде похожего не видел. Я вот тоже. Шикарно прячется кабина. И вот так вот соединяется туловище, и вот у нас уже готовый трансформер. Дальше вот только ковш. Ну, он у него всегда чуть-чуть вот сюда идет. Нет. Ну, по-моему, вот так вот всегда. Не. Чтобы не мешалось. Вот так вот. Ну, у каноничной модели. Ну ладно, пусть так будет, он так лучше выглядит. Да нет, так у него какой-то этот. Ладно. Так, что у нас оружие? Давай на него посмотрим. Давай, оружие поставим. Давай его сначала покажем на видео. Камера, лови. Руки убери. С одной стороны пушка дырявая. Вот, другой... сейчас смотри, как классно сфокусировался. Он на дырке не фокусируется. Вот, и в принципе подвижность аналогична всей серии моделей. Всей серии трансформеров. Голова не вертится. Руки на болт-джойнтах. Но руки максимальная свобода действий. Единственное, кисти у них неподвижные. Ну так это обуславливается их масштабом, размером, все дела. Ноги на болт-джойнтах, свивел
в бедре, сгиб колена, большой сгиб. Ну, и это, по-моему, первая модель, у которой есть маленькая подвижность в ступне. Все, туловище никак не крутится. Да, вот отличная моделька. Так, скрами. Давай еще раз поближе посмотрим его. Единственное, что не канонично, это серебряная голова. Она должна быть черной, и серебряное только лицо. Вот это вот его забрало. Оп. Я чувствую, фанаты кастома сделают все черным, что должно быть черным. Хорошо, давай сделаем из него правую ногу. Вот так на ногу, угу. На голову нажимаешь и... Ноги завернуть надо. Так, руки развернуть, чтобы вот пин зашел в кулачок. Да, ведь? Да, вот так вот. Вот. И вот у нас получается нога. Да, правая нога конструктиконов. Ну, технобот, будем считать он. Ну или, погоди, я, может быть, неправильно собирал? Не-не-не, все правильно. Нет-нет, дай-ка инструкцию. Все правильно. Я сегодня это перепроверял. Все идеально, правильно. Так оно просто и должно мне быть. Мне кажется, у него как-то нога должна ходить, или вот только по подвижности. А, кстати, да. Так немножко наклоняется и стоит, в принципе, отлично. Как все четко. Ковш творит чудеса. За счет его жесткого соединения, тугого, он прям реально выдерживает. Вот ты думал. Вот этот рык. Ну, как всегда, модель отличнейшая. Ну и простая трансформация в ногу. И вот обратно в трактор. Хорошо. Что можно сказать? Кстати, оружие куда-то можно прицепить? Интересно на нем. Да, поищем. Не-а. Никуда. А вот здесь, смотри, есть отверстие сверху. Не, никуда. А вот пин. Может, пином куда-то нет можно? Нет пина. Здесь. Ну, если только вот так, то оно было. Ну ладно, что-нибудь кто-нибудь придумает, потом фотографиями к обзору или комментариями напишет, что можно сделать. Ну вот если только так, примотать изолентой. Синий. Ладно, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте. Лайк — это всего лишь один щелчок кнопкой. Надумайте посетить музей, мы всегда открыты. Сможете увидеть огромное количество разнообразных моделей. Узнать что-то новое, либо рассказать то, чего мы не знаем. Нам будет приятно. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик.